Необходимо использовать механизмы БРИКС, чтобы укрепить стратегическую координацию и содействовать взаимному развитию. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. В Санкт-Петербурге высокопоставленные политики обсудили мировые угрозы, борьбу с терроризмом, кибербезопасность и глобальное взаимодействие в сфере безопасности. Как отметили участники встречи, перед лицом новых вызовов страны БРИКС должны тесно сотрудничать, выстраивать многополярный мир, поддерживать международный порядок и вносить вклад в укрепление мира.